4 августа около 6 часов утра на автодороге Киев-Харьков-Довжанский в поселке Песочин произошло столкновение автобуса и грузового автомобиля. В результате столкновения пострадали 9 человек, один из которых получил существенные повреждения телесные, перелом костей таза, открытый перелом ноги, черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки. Вот. И 8 человек получили более легкие телесные повреждения, которые были после оказания медицинской помощи в лечебном учреждении отправлены домой для прохождения амбулаторного лечения. Пассажирский автобус, который выполнял нерегулярные пассажирские перевозки. При проверке документов у водителя оказалось, что водитель управляет с временным разрешением на право управления, которое было ему выдано при составлении административного протокола за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. В данном случае оба водителя прошли обследование медицинское на наличие алкоголя в крови. Результаты этого обследования будут позже. Автомобиль грузовой двигался впереди, за ним в попутном направлении двигался автобус. По какой причине у автобуса была скорость, на которой он не смог вовремя остановиться или снизить скорость, или он выбрал неправильную дистанцию при движении, будет установлено следствием.